Доброе... Чего даже не знаю сказать. Время суток. На канале Олег Нестеров, Брест. И сегодня, несмотря на такой поздний вечер, я бы хотел сделать обращение к своим подписчикам. Да, очень рад своим подписчикам. Спасибо за такое участие, проявленный интерес. Не смотрите, что время такое позднее. Это не «Спокойной ночи, малыши» передача. И не для тех, кто не спит. Речь пойдет об очень серьезном деле, грандиознейшем проекте, не побоюсь этого слова. Речь пойдет о канале «Олег Нестеров, Брест». Ну, кто немножко знает об автомобилях, кто интересуется автомобилями, тот знает, что это за канал. Как бы канал у нас набирает обороты он очень быстро. А все почему? Потому что на этом канале это как бы единственный канал своего рода. Ну, именно я имею в виду по кузовным работам, по покрасочным. Ну, не единственный, но в числе их, где я делюсь своим опытом, рассказываю всякие секретики, показываю, как что делается, стараюсь это сделать досконально, как бы в хорошем качестве объяснить. У нас подобралась очень компания такая хорошая наших подписчиков, да, здесь нету ни отморозков, ни придурков, все как бы умные люди, все друг друга уважают, у всех людей либо свое увлечение, либо это заработок их. Короче, не буду слишком много говорить. Создали мы такой канал, да? Создали мы «Злорацию». Вернее, «Злорация» уже давно создана, создали ее не мы, и спасибо, кто ее придумал. Но с помощью этой «Злорации» мы объединились как бы с подписчиками, то есть мы общаемся днем, мы общаемся вечером. Вот сейчас на данный момент у меня 0.53, и люди еще там общаются. Ну, я уже как бы вышел, чтобы записать вот это обращение. Ну, с каналом вы можете ознакомиться, если попали вы на это видео уже, да, каким-то случаем, можете зайти и посмотреть. Там у нас идут видеоуроки по ремонту автомобиля. Ну, что я хотел сказать? Хотел сказать по просьбе интересующихся людей, то есть круга наших автолюбителей, да, так скажем, и профессионалов. Как бы на моем канале общаются и профессионалы, и любители, и новички, и просто интересующиеся люди этим делом. Ну и просто люди заходят, просто пообщаться, да, на канале Злорация, вы тоже можете найти. Я сделаю в конце этого видео ссылочку на Злорацию. И открыли буквально, вот, это было 2 часа назад, группу ВКонтакте. Группа называется, вот здесь я сейчас напишу, Олег Нестеров, Брест. Так же, как и канал в Ютубе. То есть в этой группе тоже мы будем делиться видео. Но группа только создалась, хотя туда уже народ поступает и поступает. Группа только создалась, так что не обессудьте. Ну, видео будем выкладывать, обсуждения там все тоже можно обсуждать, говорить. То есть это сделано по просьбе зрителей или слушателей, как я называю друзей, моих друзей. На канале на Ютубе есть ссылочка и на мою страничку ВКонтакте. Скайп, можно ко мне обратиться на рацию зайти, многие знают мой скайп. Можно как бы на самой рации меня найти, я часто выхожу на канал. И кто на канале, как бы знают, где я нахожусь. Мы все живем общей жизнью. И я хотел рассказать вот что самое главное. Мы объединяем, как бы мой канал хотим объединить, да, выложить на нем видео, в котором люди
либо с опытом, либо какие-то вот кулибины, да, ну, понимаете, о чем я, делятся своим опытом, своими наблюдениями, рассказывают секреты какие-то. Я извиняюсь, у меня красные глаза немного, на сварку сегодня насмотрелся. Своими наблюдениями, своими секретами. Даже вот какой бы вы ни был мастер, да, самый крутейший, все равно вы всего не знаете. И за всю жизнь всему не научишься. Все время кто-то что-то новое придумает. И поэтому хотим вот сделать такой канал, когда человек зайдет на канал Олег Нестеров Брест, он сможет там найти все. Все будет по папочкам разложено. Будет папочка у нас по интересам, папочка будет по видео подписчиков, то есть чем хотят подписчики поделиться, вот что у них есть, да? Отдельная папочка будет по материалам, отдельная папочка. То есть свои видео у меня будут как бы отдельно, их будет видно, да, тоже их по папочкам разложу. И будет видео от подписчиков. То есть все видео, что будет от подписчиков, они тоже будут все в одной папке. Очень много будет интересного от подписчиков, так как много, действительно много очень интересного. И сделаю отдельную папочку, она тоже будет от подписчиков. Например, вот у вас, вы делаете машину, да? Ну, допустим, вы взяли какую-то раритетную машину. Вы не можете найти либо запчасти на нее, либо вы не можете сделать что-то, что-то у вас не получается. Вот можете просто посмотреть видео, да, сегодня выйдет, наверное, либо после этого, либо до этого. Но на моем канале оно будет одно из первых. Там Ford, машина Ford, это видео от подписчиков будет, реставрируем его, да? Вот посмотрите, там человек, как бы, ну, человек не глупый, человек с умом, не буду говорить. Короче, он друг моего канала и друг, и постоянный уже как бы пользователь в рации, прислал мне это видео, и это видео я выложил у себя на канале. Он хочет там посмотреть, то есть советы, как ему сделать вот эту крышу. Машина, несмотря на то, что она такого немножко чмошного вида, да, ну как чмошного, для человека не знающего, это очень хорошая машина, очень хорошая, так сказать, просто для тех, кто, может быть, сразу не поймет, что это действительно хорошая машина. И вот он рассказывает, что он хочет сделать там из машины. Ну, по рации мы уже пообщались, обсудили. Вот он соберет все данные, кто как бы сделал, да, вы в комментариях. Либо к видео в комментариях напишите, либо будет ссылочка на его страничку ВКонтакте. Свои, то есть предложения можете ему внести. Человек все посмотрит и сделать какие-то выводы для себя, то есть и какой-то способ применить. Вот, это такой плюс. Также можете сделать и вы. Например, что-то вы придумали, какой-то способ, какой-то интересный, да, и вы хотите это донести людям, то есть поделиться, не быть куркулем таким, блядь. Знаете, некоторые из нос задерут такие, ой, я такой мастер, блядь. Ломастер, ломастер. Ну и не обращайте внимания. Короче, если вы захотите поделиться, вы присылаете это видео ко мне. Можете, ну, группа я еще не особо умею пользоваться, да, ВКонтакте. Можете на мою страничку ВКонтакте просто выложить, ну, и с описанием. Можете в комментариях написать, вот хочу вам видео прислать, то я найдемся. И вот эту ZLO рацию мы, конечно, подключили, очень удобно, мы можем сразу объясниться, сразу найти друг друга, да и просто вот так вот пообщаться, сейчас вечером сидели, ну, пока все больше о машинах разговариваем. Ну,
Ну, так что вот, что я и хотел сказать. Мы делаем канал с глобальной базы данных, таких всех секретиков, видео от подписчиков. Ну и чтобы кому интересно было, в дальнейшем, вот ваше видео будет на канале, да, может быть по количеству просмотров, может быть по количеству классов. Сделаем просто как бы самые популярные 3 видео, допустим, да. Как бы у нас уже такая команда неплохая организовалась, как бы не просто там число там написано, да, 2000 с чем-то там подписчиков, а действительно это люди, которые общаются, это люди, которые находят общий язык, общие интересы, то есть не где-то там в подъезде, да, наркоту глушить. Действительно, у нас возрастные категории очень разные, так что не стесняйтесь, если вам 65, не стесняйтесь, если вам 18, возрастных категории как бы нету. Если вам это интересно, милости просим. У нас никто не задирает нос, у нас никто не обижает друг друга на канале. Да, что-то, может быть, я делаю не так в видео, да, может быть, вам не понравилось. Пожалуйста, почему бы нет, выскажите свое мнение, но выскажите его в такой форме, чтобы просто не обидеть человека, понимаете? Ну, не о том. Присылайте свое видео. Делитесь опытом, задавайте вопросы, отвечайте на вопросы других в комментариях, в рации ЗЛО. Кстати, скачивайте ЗЛО-рацию, есть об этом у меня видеоролик. Очень хорошо все общаемся. То есть вот буквально сутки подписалось 133 человека. В канале на постоянку находится 25-30 человек. То есть всегда вы можете спросить. Люди с разных городов, с разных стран, я так скажу. Из Америки есть, из Англии есть, из... Блин, откуда же... Короче, много. Подписывайтесь на канал, устанавливайте себе ЗЛО-рацию. Я дам ссылочку, ну, можете так его по поисковику найти. Находите канал Олег Нестеров Брест. Просто пишите Олег раздельно, Нестеров Брест. Ну, все раздельно. В канале у меня объединено. Так что жду вас с нетерпением. Заходите, общайтесь. На канале общайтесь. В рации всех милости просим. Только ведите себя достойно. Ну и, как я всегда говорю в своих роликах, всем бабла и добра. Здоровья вам и вашей семье.